Привет-привет. Сегодня мы едем в сафари-парк. Он недалеко от нашего дома, примерно километров 12. Вот за этим забором он и располагается. Площадь у этого сафари-парка 150 гектар. Сафари-парк Вобурн был открыт в 1970 году 13-м герцогом Бетфордским и Джимми Чипперфилдом на территории его поместья аббатства Вобурн. Итак, мы уже почти приехали. Если хотите с нами, присоединяйтесь и посмотрим животных. В этом сафари-парке две зоны. Одна зона ездит на машине, а вторая зона пешеходная. Я надеюсь, что пешеходная зона открыта. Пойдем посмотрим. У каждого свое время въезда. Они 9:30 открываются, сейчас 9:36. И будем так вокруг ездить и смотреть. Животные гуляют сами по себе. Закрыты там, конечно, львы. Но не тоже своя территория. Сейчас поедем, покажу все. Видите, каких два льва при въезде. Один. Второй. На таких машинках это охрана здесь, потому что звери гуляют, и надо бывает их отпугивать от машин тоже. Видите, страус бегает. Выделывается. Какие рога большие. Видите, как классно. Гуляют, травку жуют. Видите? Без ничего, без забора. Вот так они и гуляют. Машины кругом ездят, они гуляют. Какая масса. За забором слоны, а эти так гуляют, видите, свободно. Антилопы тоже, видите, около дороги. Люблю этот сафари-парк. Все рядышком, все близко. Как этот у дороги стоит важный такой, деловой. Это тут рядышком. Вот мы и до важного добрались. Какой красавец. Это въезд ко львам. Видите, заборы. Сейчас подъедем ближе, покажу. Видите, он гоняет страусов, чтобы не лезли ко львам. Немного машинкой в их сторону поехали, они испугались сразу. А там прогуливается. Вот вам рядом с машиной, пожалуйста. Идет звезда. Здесь въезжают. How many they going? Я не помню, сколько машин въезжает, но там есть количество, сколько могут въехать в эти ворота. И чуть дальше еще одни ворота. Когда открываются те ко львам, эти закрываются. Ну, сначала тигры, потом львы. Видите, там еще одни ворота, машины стоят. И закроются эти. А с той стороны, видите, машины выезжают и тоже ждут, пока откроются ворота. Видите, там ворота открываются, сейчас машина выедет. Видите, эта машина выехала. Сейчас мы заезжаем. Сейчас откроются ворота и заезжаем в опасную зону. Тут окна не открывать. Киска что-то за забором, не знаю. На воле они должны быть. Сейчас еще кого-нибудь видим. А вот и киска на свободе. Ну, пожалуйста. Кисуня.
хочу. Киска. Go on the table, maybe. Кисуня. Мишки гуляют. Эти мишки и эти. И волки. Волки. А детки. Это вот домики для мишек. Look at that. Oh, he goes from, from the fox. Oh, fox right away, attack him. See? Whoa. Wolf, wolf. Волки атакуют мишку. Мишка на дерево залез. Oh, baby as well on the top. Два медведя на дереве, а львы атакуют. Ой, не львы, а эти, волки. Видели? Видите, еще один мишка в кустах маленький. Оп, оп. Стой, 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 стой. Полез мишка. А этот кушает себя. И тут ворон, ястребов куча. А, видите, какой обед. Завтрак, то есть. Едем ко львам. Видите, везде забор. Сейчас открыт, а ночью, наверное, закрывают. Чтобы они друг к другу не шастали. Видите? Они могут покусать. Так написано. Мы вот сейчас ехали, и много раз люди эти, которые служащие в машинах, много раз повторяли, закрывайте ваши окна. Люди едут, и башко не думают, окна открыты. Вот и фазаны. Вот фазанов у нас везде, как кур. Нам тоже приключение. Едем и высматриваем. Где львы? Где еще кто? Вот где львы. Все девочки, да? All girls? Yeah. I'm good back to. Они красотки какие. Two sleep, three on the guard. Mm. Is it meat? No. No. No, it's cloth. Mm. Не пойму, мясо or или bucket. Тряпка. Mm? Чем-то bucket. Не то. Mm. Играет с игрушками. Красавчики. You can go if you want. Домики, если солнышка много. А опять там за забором. Там обезьяны. Любов, проедем, поедем к обезьянам. Oh no, there is three kids. Dude. Three kids and one big one. Dude, one mommy. Dude, you can go to the left side of the road. Может быть, там мама и трое детей. Киски.
А этот так и висит, и играется. Видите? Классно тут, да? Места им много, играются. Oh, bouncing. Run, look. Oh. Oh, that's a lion, isn't it? Lion. Two of them. Two of them. And two kids. Little мальчика. Oh, nobody come for help? Oh, come for help. Oh, put down. Put down. Daddy, come. Imagine if they catch us there, when they bite us in five different pieces. That's 40-10. Yes, 29 minutes past 10. It's in half 10. It's in run. Big boy want to play with big boy. Mm-hmm. Большие мальчики ходят между собой играться. Мелкотня им мешает только. Пущ. Подвинул, освободил себе место. Not enough. Что-то не то. Oh. 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 No, no, not everybody. Well, come for big one. Probably this one. Come to check this one. See, tell him off. No. Yeah, see. That's why he was playing cool. Oh, now go. Oh! My face, that was you. I play the same way as the head before that. Oh, they play wrestling, see? And the other one counting. 1, 2, 3. Oh, no, that would look good. Oh, this one. See, other two, straight away check other side and not moving at all. See this? See there? Playing dead. They're playing. Any more coming? Oh, the jeep's coming. Jeep's coming to see what's happening. Oh. They can't leave them alone. Oh, that one, like do Daisy. Evie, yeah, Evie. Like Daisy, that one, in the middle. Mm. That one in the middle, like Daisy. Sit down, with Daisy. No, not Evie. No, разве что это не красота, это прелесть просто. Can we go? Yeah, we can go. Тут мальчик за забором. Мальчик, наверное, нервный. You got a lot of problems like me. Смотрите, какой красавец. Серьезный мальчик. Ну, красивый. Поезжаем от опасных животных. Едем к менее опасным, но к смешным, к обезьянкам.
Видите, один забор, и там закрывается второй. Вот тот второй закроется, тогда откроется это. Все везде меры безопасности. Все, те закрылись. Вот, видите, открываются эти. Едем. И ждем у вторых ворот. Охрана. Иди дальше. Хотите увидеть, чем занимаются обезьяны и как воруют белым днем? Оставайтесь с нами, увидимся в следующей части. А на сегодня все. Пока-пока.